17 нелегальных кредиторов незаконно работали на территории края в прошлом году. По данным Банка России, такие компании и предприниматели были обнаружены во время проверок. Черные кредиторы в основном незаконно использовали в своих названиях словосочетание «микрокредитная» или «микрофинансовая компания». Они были исключены из государственного реестра, но и наименований так и не изменили и продолжали нелегально выдавать потребительские кредиты. Кстати, на данный момент большая часть нарушителей уже прекратили свою деятельность. С остальными продолжают работать правоохранительные органы. Обращаться к черным кредиторам опасно, потому что такие организации выдают займы под завышенные проценты или на таких условиях, по которым вернуть деньги вовремя невозможно. И клиент, допуская просрочку платежа, сразу лишается предмета залога. Проверить легальность компании можно в справочниках кредитных организаций или на сайте Центробанка. Бороться же с черными кредиторами в случае, если вы вдруг столкнулись с таковыми, помогут сотрудники Банка России или правоохранительные органы.